Из Мурманска теперь можно улететь в жаркую Турцию без пересадок. Весь отпускной сезон раз в неделю северяне смогут быстро и комфортно отправляться в отпуск. Первый рейс уже состоялся. Наша съемочная группа проводила туристов в теплую страну. Подробности расскажет Кристина Харатова. Из холодного зимнего Мурманска в жаркую Турцию почти по щелчку пальцев. Такую возможность подарили жителям региона, открыв прямой перелет в Анталью. Первый рейс уже состоялся. У нас есть такая поговорка: в тапках сел, в тапках прилетел. Это очень удобно не только для взрослых, но это также удобно, у кого маленькие детки, потому что не нужно переезжать с одного аэропорта в другой аэропорт, коляску можно тут же сразу сдать и в аэропорту получить. Это очень удобно, доступно. Полная посадка тому подтверждение. Жители Заполярья заняли все 189 кресел самолета. Полет проходит в комфортных условиях. В небе придется провести 5,5 часов. Но это заметно меньше потраченного на пересадки времени при выборе не чартерных рейсов. Вообще собрались в Питер, но потом узнали о замечательном прямом рейсе до Анталии. И съездили к своему туроператору, купили путевочку, и теперь счастливы и довольны, и летим. Мы летали в прошлом году, осенью тоже в Турцию, мы летали с пересадкой. Это, конечно, с ребенком очень тяжело, так как сейчас открылся прямой рейс, мы очень рады, и здорово, что на него попали. Любишь летать на самолетах? Ну да. А что тебе нравится, когда летишь? Небо. Просто небо люблю. На него Не боишься? Да нет. Да, очень удобно, классно, что появилась такая возможность из холодного Мурманска сразу же переместиться в теплую Анталию. Семья Полищук из Ковдора вообще попала на рейс и недельный отдых бесплатно. Все благодаря конкурсу репостов от туроператора EasyTour, в котором супруга Марина поучаствовала и выиграла путевку на двоих. Ковдорчане отмечают, что в Турции будут впервые. Вообще мы не частые туристы за границу, конечно, ну, я думаю, что прямой рейс – это крайне удобно. Поэтому, конечно, рады. И вообще это майские праздники. Дед Мороз существует, да, на самом деле. Поэтому верьте в чудеса, но они случаются. Так что... Да, участвуем в розыгрышах обязательно. Да, спасибо за такой шанс. Однако для других туристов тоже припасены отличные подарки. Если у вас в семье есть дети и вы очень хотите отдохнуть в Турции, то слушайте сейчас внимательно. Сегодня мы решили запустить акцию для туристов, которые будут вылетать в следующие даты 11 мая, 18 мая. И дарим 5000 рублей на каждого ребенка в заявке до 12 лет. Поэтому вот такой приятный бонус перед началом детских каникул. Прямые перелеты из Мурманска в Анталию будут проходить каждый четверг до октября. Первый рейс состоялся без задержек. Долетели вообще отлично. Летали мы авиакомпанией «Корендон», соответственно. Вот, бортпроводники очень чуткие, внимательные люди. Снеки, напитки, все было замечательно. Казалось бы, 5 часов, но полет прошел вообще незаметно. Для меня с большим комфортом, все очень классно понравилось. У аэропорта туристов встречали представители компании «Time Service». Северян распределили по комфортным автобусам, где угощали прохладительными напитками. 5 часов полета, еще 20 минут на таможенные формальности, и вот мы в Турции. Уже сейчас нас встречает принимающая сторона, мы садимся в автобусы и едем отдыхать. Сейчас в Турции по меркам наших сограждан лето, плюс 30 градусов. Питание в отелях на высшем уровне и осуществляется по схеме «все включено», делятся туристы. И это хорошее подспорье для более точного расчета запланированных на отпуск финансов. Русских путешественников здесь уже много, а ведь сезон только начинается, но уже обещает быть ярким и насыщенным.